начиная со школьного детства, я каждый год принимал участие в различных олимпиадах. Вот, ну, Всероссийская олимпиада школьников, Московские олимпиады, которые проходили в Москве. Становился призером, и даже призером регионального этапа. Во-первых, в любой олимпиаде присутствуют интересные партнеры, интересные задания, кейсы. Это возможность проверить, насколько выбор профессии для тебя интересен. Ты хочешь в дальнейшем продолжать работать по этому направлению. Это, конечно, возможность посмотреть других, поучаствовать. Я сам, уже работая в школе, участвовал в конкурсе «Учитель года». Это такой интенсивный курс подготовки, такие курсы повышения квалификации. Это действительно очень здорово. Это взаимно, это общение, это взаимодействие, это поддержка, это новые проекты, новая такая, может быть, стрессовая ситуация, но она действительно дает очень много в плане дальнейшего развития. Когда я победил в региональном этапе, он тогда был финальный этап по москвоведению, меня пригласили поступать в Московский городской педагогический университет. С этим правом я воспользовался и отучился. В Москве, да и в России, конечно, престиж профессии учителя повышается. Это очень здорово. Я поступил в 2000 году, и все это время, вот 17 лет, работаю в образовании, никогда не уходил, не приходил. Действительно вижу, кто из моих однокурсников остался работать в системе образования, какие студенты приходят, какие молодые специалисты сейчас приходят из университета. Конечно, могу сказать, что престиж профессии растет. Об этом свидетельствует и средний балл поступления на педагогические специальности. Это я вижу, знаю, отслеживаю, мониторю. Это вот проведение таких олимпиад и конкурс «Московский учитель», да, с выдачей сертификата. Действительно, очень серьезная интенсивная подготовка. И такой конкурс профессионального мастерства говорит о том, что этому, а, уделяют большое внимание, б, есть поддержка, в том числе и финансовая, и это очень здорово. Московские школы готовы помогать молодым специалистам при устройстве на работы, вплоть от наставничества и заканчивая вознаграждением и доплатой за статус молодого специалиста. Вот сейчас у студентов, у молодых специалистов самое интенсивное, самое плодотворное время, когда еще часто не обременены или не обрадованы семьей, когда есть время для развития, для того, чтобы заниматься самообразованием, расти, путешествовать, общаться, взаимодействовать, участвовать в конкурсах, олимпиадах. Для этого есть все. Есть энергия, есть драйв, есть интерес, есть хорошая база. То есть вместе с трудолюбием и с желанием учиться, это даст, несомненно, даст самый высокий результат. Ну, а мы, как представители московских школ, всегда будем рады таким специалистам.